Друзья, привет! Друзья, хочу поговорить о сравнении веры и трезвости. Смотрите, в вере и в трезвости есть такие понятия, как атеист, да, и трезвенник. Я считаю, что они очень похожи в том плане, что есть верующие, да, и чтобы противопоставить верующим нормальных людей, их называют атеистами. Соответственно, есть культурно пьющие, чтобы противопоставить нормальных людей этим культурно пьющим, ввели понятие трезвенник. На самом деле трезвенники и атеисты – это обычные люди, нормальные люди, как мы с вами. Но при этом для того, чтобы как-то тем же самым ярым верующим можно было угнетать, например, или как-то негативно отзываться о нормальных людях, которые не верят в Бога. Они же не будут говорить: а, это все эти нормальные люди. То есть было введено понятие атеист. Это все эти вонючие атеисты, например. То же самое и трезвенник. Что, а, там типа трезвенник, язвенник, типа одного поля ягода. Поэтому, друзья, я, оказывается, я не атеист, я нормальный человек, я не трезвенник, я нормальный человек, абсолютно нормальный. Конечно, я употребляю в своих аккаунтах слово «трезвая борода» и «трезвый атеист», но это все лишь для того, чтобы привлечь внимание к этим двум, на мой взгляд, проблемам. Друзья, будьте здоровы, живите трезво. И верьте только в то, что вы знаете, где не нужна вера, не нужны только знания. А верить в то, что не имеет никаких доказательств, а только ваши субъективные какие-то там ощущения, впечатления, ну это как-то нерационально. Еще раз будьте здоровы.